Привет! Я вам покажу сейчас, как делать грибок из обычной редиски. Вот мы берем такую редисочку, и сейчас мы из нее сделаем мухоморчик. Вот это вот срезаем. Теперь делаем такой неглубокий надрез, делим редисочку пополам. Или не совсем пополам, вот эта часть немножечко уже, а вот эта часть будет шире. Делаем такой круговой надрез, но не сквозной. Вот, примерно вот так. Вот сделали такой надрез. Это у нас будет верхушка, а вот из этой части будем делать ножку. Теперь вот таким движением, как будто мы чистим яблоко, мы вот снимаем нижний слой под шляпкой. Вот видите, у нас вырисовывается с вами ножка. Еще раз повторим, снимем еще один слой. Вот. И у нас почти готова ножка. Теперь проверяем, может ли наш грибок стоять. Может. Теперь ножка у нас готова. И теперь доделаем шляпку. Просто вот такими маленькими движениями делаем вот эти мухоморные пятнышки. Вот таким образом. Все. Наш грибочек готов. Теперь я вот уже сделала еще несколько таких грибочков. Мы из обычной зеленой капустки я сделала травку. И вот такой грибочек. Такие грибочки очень хорошо смотрятся на травке. И можно украсить вот таким образом любой салат. Вот получились у нас мухоморчики на травке. Такой вполне весенний мотив. Заходите на наш канал, подписывайтесь, и мы будем рассказывать вам, как делать различные украшения из овощей и фруктов.